Югорские охотники в ожидании сезона. Сроки его открытия разные в зависимости от зон округа. Так в Южной можно будет добывать дичь с последней пятницы апреля, а в Центральной – с первой пятницы мая. Пока сезон еще не начался, охотникам предлагают принять участие в интерактивном голосовании на сайте окружного природнадзора. Опрос посвящен определению оптимальных территорий для весенней добычи. Здесь можно выбрать вариант разграничения Южной, Центральной и Северной зон. Такие границы удобны тем, что охотник, не имея при себе спутникового навигатора с картой, может четко ориентироваться, в каком месте проходят границы зон. Пересекать их нельзя. Весенняя охота разрешена всего 10 дней. За это время можно будет добыть одного глухаря, двух тетеревов и трех селезней в день.